жестокие битвы антропоморфных кибернетических боевых систем, от исхода которых зависит будущее всего человечества. Вот чего мы ждем от новых компьютерных игр. Увы, если вас в первую очередь интересует формат P2E игр и заработок на них, то в плане сеттинга и визуала вы получите что-то такое. Бойся, человек! Тоби пизда! Тоби пизда! Более того, после экспансии и ряда других скандальных провалов разработчики окончательно положили свой 12-сантиметровый питон на качественный геймдев. Обнаглевшие авторы проектов на Ваксе в наглую воруют чужие наработки. С другой стороны, грамотная копия того же Farmer's World может дать нам шанс заработать не только на хлеб и масло, но и золотое произведение искусства, в которое все это потом можно будет смыть. И я нашел такой проект. 2150 год. Земля окончательно задохнулась в человеческих отходах и мусоре. Люди эвакуируются из Солнечной системы и по дороге теряют одного из своих роботов-помощников. Застрявший на пустой и унылой планете Рой К-385 механизм создает себе друга, чтобы спастись от невыносимого одиночества. Вместе они решают настругать потомков и создать целую цивилизацию. Такова в целом предыстория и довольно банальный лор новой игрушки Robo Empire. Заметно, что при создании основополагающей идеи проекта ни один мозг не то чтобы не пострадал, но даже и не был задействован. Зато были активно применены суперсовременные блокчейн-технологии, спиздинг и пошли вы все в жопинг. Достаточно кинуть взгляд на white paper, чтобы понять, что проект использует токеномику и все базовые инструменты Farmer's World. Это ощущение становится полным, если попробовать поиграть в игрушку. Сейчас вы не найдете карточек проекта на Atomic Hub, но уже можете проверить игру в тестовой сети. Вам дается значительное количество ресурсов, с помощью которых вы можете скрафтить первых своих роботов для майна. И стоимость крафта добывающих тулсов создатели Robo Empire просто переписали с фермы один в один, нисколько не заботясь о торчащих во все стороны ушах. Сразу видно, что гении, предпочитающие оставаться анонимными, взяли скелет Farmer's World и натянули на него кондом с усиками в виде лора про роботов. Механика заработка, размер комиссии при выводе средств, часть визуала вызывает острейшее чувство дежавю. Дежавю. Одно из немногих отличий в том, что тулсы в игре не стоят неподвижно, как подобает уважающим себя удочкам и экскаваторам, а постоянно вибрируют, подобно хомячкам в предвкушении хороших иксов. Второй момент – поломка добывающих роботов происходит не постепенно, а рандомно и внезапно. Остальное большинству подписчиков канала уже хорошо известно. Для начала покупается NFT-шка, интегрируется в игру, запускается майн. Количество добываемых ресурсов является случайным в диапазоне 85-130% от базовой мощности добычи. После майнинга у горного робота есть время восстановления, которое зависит от его типа. В зависимости от него, добытый ресурс можно использовать, например, для создания новых инструментов, ремонта инструментов или перезарядки энергии. Вместо того, чтобы тратить ресурсы в игре, пользователь может обменять их на жетоны и продать на бирже. Три базовых токена – золото, металл, кристаллы – примерно соответствуют еде, золоту и дереву из классической фермы. И что очень важно, разработчики не стали кормить нас обещаниями и дропами, а для начала выпустили полностью функциональную версию игры, что, разумеется, вселяет определенный оптимизм и веру в будущее. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость. Я рыдал от умиления, когда читал white paper Robo Empire. Там можно найти такие слова, как «Мы не обещаем и не продаем мечты. Мы завоюем ваше доверие через продукт, который мы запускаем». Или «Мы не рассматриваем продажу упаковки как основной источник дохода. Нашим основным источником дохода будут комиссионные сборы за торговлю NFT, поэтому наша главная цель – расширить базу пользователей». Или «Комьюнити является нашим главным приоритетом». Библейские скрижали выглядели менее благостно, чем обещания авторов проекта. Вместе с тем, четкой стратегии развития нет, и разработчики настаивают на том, что каждый следующий этап будет запускаться в момент наибольшей целесообразности и по мере готовности. Итак, в целом с проектом все более или менее понятно. Пора переходить к выводам.
Первое и главное преимущество Robo Empire в том, что это совершенно новый проект. Сегодня на рынке Vax'а сложилась странная ситуация. Зарабатывают в основном те, кто первыми успевает выхватить пасы и вейт-листы. Так что тот, кто получит допуск к первым дропам робофермы, почти наверняка успеет неплохо заработать. В качестве подтверждения можно вспомнить тот же Goldmund. Если еще не видели материал о проекте на нашем канале, обязательно посмотрите. Игрушка с довольно-таки выверенной экономикой поначалу нехило штормила. Цены на карточки и ресурсы скакали туда-сюда, как пьяные ковбои по прерии. Но потом пошел мощный и ровный взлет. Я жалею немного, что распродал значительную часть NFT-шек, но даже один эпик неплохо смазывает ваксами кровоточащие раны моей души. В случае с Robo Empire токеномика так и вовсе полностью слизана с давно зарекомендовавшей себя Farmers World. Есть шансы на то, что новинка подарит возможность не только флипануть на старте, но и стабильно майнить, получая хороший доход. Все вышесказанное подкрепляется фундаментом лояльности разработчиков, которые уже объявили, они не против мультиаккаунтинга и ботоводов. Главное, чтобы это не вредило самому проекту. Приятный визуал и неплохо проработанный сайт говорят о серьезности подхода авторов проекта. Это еще один плюсик в общую копилку. Одним словом, присмотритесь пока к Robo Empire. Понятно, что даже это скам, как и все остальное, но такие проекты дарят надежду на стабильное будущее Vax'а и наши с вами тугие кошельки. Ссылка на сайт проекта в описании, ибо найти его на Atomic Hub или нефти пока невозможно. Спасибо за просмотр. Всего вам самого наилучшего.